Всем привет, вы на канале Ваня Хомяк. Это наш новый хомячок. Вы, наверное, его видели в прошлом видео. Или я в прошлом видео удалила нечаянно. Вот. Пока они общаются так, я не собираюсь их выпускать, пока дальненько. Вот такой вот хомячок. Гаврик. Иди тебя, да, мы ищем. Такой вот у нас бесстыжий, да, мы ищем. А он... Нет, да, нет. Вот. Она пока что рук моих боится. Лаврухину надо... Ой, умыться. Умыться. Девушку новую зовут Ламочка. Он Мура там. Ходит. Марлин там. Боже мой, какие они прелестные. Лаврухин прям так хочет, ой, хочет, ой, хочет идти к маме в гости. Иди-ка мне ножку, покажем маме, что нету такого ничего страшного. В моих руках, вот видишь, ламочка, он у меня на ручках. Ну, куда ты пошел? Лаврик, Лаврухин. Такой прелестный мальчик. Так, его дама ищет. Здесь гуляет. Ай, вор, вот вор, говорю. Ой, вор, ой, все. Ну, все, прямо все, я его попустила. Ну, это что такое? Что это такое? Подожди, я у него салфетку вырву. Попытаюсь это брать у него. Я говорю, дай мне. Надо хотя бы вот эту, что ли, туда. Ой, прости. Как ты будешь общаться, вор? А, ворик, вор. Там вот у него салфеточки. Ну ладно. Ламочка, сейчас я попробую засунуть ручку к ламе. Нет. Ламочка, смотри, кто это. Смотри, кто тут. А ты выйдешь-то у меня. Пустила его, значит, один раз. Напугал. Ну, это я, походу, клетку плохо закрыла. Так он напугал бедную. Как? А я как за тобой следить-то буду? Ой. А я бо, шлёдь, не пущу тебя в ту клетку. Ламочка. Тебе лавр зовет погулять. Мне страшненько немножечко. Сейчас, наверное, лаврика. Мы дадим ему немножко погулять. Потом я с него отдельное видео, как я пытаюсь подружиться с ламочкой. Вот, покажу сейчас Мурочку, я хоть не покажу. Жук, маленький жук. Тут Мурочка у нас тут лежит. Лаврик, туда не пойдешь. Вон ламочка. Красавица, ламочка, красавица. Ох ты ж. Если я как-то не так снимаю, это просто я за ним сижу, то в камеру это как-то неудобно следить, да? Оп. Оп. Мамочка моется. Ладно, всем пока, вы были на канале Лавр Хомяк. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока. Блин. Все, пока.